Можно ли взять на себя грехи другого человека? Всевышний Господь известил нас в Коране о том, что в судный день каждый ответит только за свои деяния. Каждому человеку будет показано шаг за шагом все то, что он совершил на земле, и ни один человек не сможет помочь другому или взять на себя его грехи. Аллах предупреждает нас об этой истине. Я ищу спасение у Аллаха от сатаны. Ни один грешник не сможет понести ношу другого грешника. Если позовет тот, ноша которого тяжела, понести ее, то тот, хотя бы он был его родственник, не сможет переложить на себя ничего от него.